Как жизнь? Что делаете? На Урале отдыхаем. Приезжай к нам. Сию минутку. Ой, кто-то с нашей Машки уже РПГшками долго. Да, видно. Да. О, красный. Играть меня увидели, по-моему. Ева, за кого там играть? А что ты там делаешь, как там появилась? Машки. А, Машка. Побежал. Меня, по-моему, увидели. В куст, Ева, в куст. Бессмертный куст. Да я так. Убей его и взорви Машку. Да, по-моему, не получится. О, два флага уже. Молодцы, ребята, работают. Средняя-то там на юге. 8 это вышка. Не, вышка. Белый. Ой, они поменяли. Вышку осталось поменять. Ну, да. Ну потому что они здесь вот сохранились. Сейчас я на вышку этот фугасом заряжу. Все, готово. Машки нет. Ну, я сейчас не буду переходить. Леха, я пришла, да. Куда накашим. На вертолете там. Парни, у меня нет чем долбануть. В Машку залезь, есть там что-нибудь. Нам сейчас на земле помощь нужна. Убей этого. Ну а сейчас долетим туда. Убей чувака, да, чистого РПГ. Там кошеленки стоят, он Дэн загнал кошем 2. Кошем. Там в город. Бля, чё. Ничего, у них нет, минус ставлю. Пиздец, блядь. Там сидит? Нет, рядом там. Поразит. И пока он мотался, эти маты, я его не могу. Я мины тут оставил. Да ладно, они крепкие это. Обидно. Они увозят ее. Бля, дыру. Бегу за ней. Блин, куда они идут? Город. К нашей. Меня обижают. Дэн, у тебя вызвин будет справа. Прямо. Лево. Машка вон направо. А где? С кем Машка стреляете? Это подле Машки. Она к туда поехала, где Дэн приехал. Где он упорный? Она ее, скорее всего, в ангар сделала. Это не видит, там сейчас открыть. Опять возьми. Попробуй сейчас залутать. Его там все подавай, стоп пока. Зелечь. А, давай. Чуть ли там подставлять. Одни и те же люди друг друга убивают, блядь. Да, вот они убегают из ангара. Еве пошел по берегу. А вышку уже взорвали? Взорвали, давай на вышку.
успел его облутать. Что, патча нет? Нет. Начинает. Красные с северо-запада идут. Куда же надо идти-то, ебко на мать. Опять водолазник. Где он? Один тот же человек убил одного. Я учитал. Друг друга перестреливают. Там вот поднимаем, да, тоже будет. Что ты сказал? Взять. Да, просто убил. Я понял, да. Бля, у нас Джоу на улице валяется. Джоу в машине бежит. Охренеть. Мимо меня красный бежит, Пашки. Сейчас меняю. Мимо тебя куда? Ой, в доме. В доме он. Куда они бегут-то? Молодец. Гранату. Видишь, под деревом лежит? Ну пусть пока лежит. Нет, не вижу его там. Сколько до него там? Километр. Он дымит, ты ему хорошо попал. А чем это я стреляю? Да нет, похоже, это у тебя пулемёт. Блядь, 5 километров. 196, один не подниже, двое красных. А ты чего мы на базе? На базе есть? На базе есть? Бункеру забегает. Есть. Сингеру, вставай. Есть, а чё? Бункер забежал, видел? Забежал? Да. Сингер на базе, достаньте. Сингер на базе, достаньте. А, не, у нас нет бронебоя фугасных, у нас только бронебойные. Самолет на базу ведем. Он не пойдет на это. Нет, я левее стреляю, он в левой части здания, в левой части бункера, вот левый угол. К нам. Вот правильно, смотри, правильно. Сейчас стреляй. Пролетит впереди нас. Выше. Все, молодец, ты его убил. Пробил просто бункер. А, 190. Заминировал по дороге бегут. Там, на нас опять заходит. Вон вижу, вон бежит этот метр. Работай. Ты по первому, я по правому. По левому. Перезарядка. Спускается вниз на дорогу. Ой, там их двое бежит внизу. Еще ниже. Он ушел. Тоже дом бежит. Где-то в этих кустах у них крыша. В этих, наверное. Нет, шел. Стал на базу летать. Один спустился вниз туда, я понимаю, уже. Да, вниз ушел. Так, они к нам могут же подняться, надо третьего лица подняться. Да, давайте. К нам поднимается на 10 часов. Ну сюда смотри. Вижу. Сади за кнопку. В упор. Держи огню. Бункера заберем. А, Ева, здесь заводи себе, поехали. В упор. Мне так пушку на него не развернуть просто. Раз, такие, два, три, такие. Может, ты за командир, может, там у вас пулемет есть. Вот на него наезжаю прям. Ты переехал в водолазину. А, он там появился, нет, Машка еще есть. Да, я говорю. Тут Куда едем? Вниз, под склон, искать Машку. Просто гони. Значит, на самолете не водолазим. Ты что, к нам бежишь? Бульдозер кинь нам в этот самый стрелу. Блять. Вертолет. Дарк, бери стрелу. Ну сейчас, если что, я приземлюсь, ты выйдешь. Я полетаю, а ты уж мягкий. Ну, если будет момент. Левей по низинке. Да. Ты на бульдозер на выстрелы кинь туда просто в режиме. Потому что он нам не даст там спокойно летать. Сидом от третьего лица рули. Да. Еще туда вниз спуститься. Правее. Нам должна команда помочь. Теперь правее. Мы уже с ней на уровне. Ну, бульдозер, если что, и там. Еще правее. Правильно? Я просто лес соседей, да? Смотрю, справа. Будем у города их
держать. КШМ где-то у них возле нас. Да-да-да, где-то в камыше. По нам залп с горы. Не останавливайся. У нас точки далеко ушли. Камень. К моей вышке подходит враг. Впереди нас. В упор. Под вышкой прям бегает. Опять в этом лагере. Ну смотри, ищи, ищи. Вот, возле нас прям КШМ, где-то в кустах. Мэнкер жив? Ты ее видишь? Нет, не вижу, смотрю, еще по кустам сейчас поедем прям. Прям по кустам, верно. Да мыши смотрите. Прям по кустам. Вижу, справа, справа. Остановись. Назад, задний ход дело. Понял, передний, да. Вот так вот держи, прямо прямо держи. Прямо держи. Все, уничтожено, уезжаем. Уезжаем. Куда уезжать? На соседнюю гору? Прямо? Вперед, просто вперед гони. Там вперёд, у нас на горе кто-то был, на нашем, где мы были. Она на запуске. Двигатель поломали. Ева, выходи. Выхожу, чиню. Выхожу, чиню. Чинить и садись. Все, бульдозер, бери с собой это самое. Ну, ну. Стингер и... Все, забей, затрагивай. Поехали. Налево. А я не вижу у нас заряда. Еду по дороге пока. Куда дальше ехать? Прямо? Налево уходи. Он не смог положить. Ну, в гору. Блин, будем долго... Налево в гору уходи. Мы будем долго ехать, вам попадут. Парашюты есть, если будем. Давай разгонюсь, и он из-за камней туда. Да, по нам опять стреляют. С нашей горы мы хитили. Мои вышки враг. Да. Не боимся. Мне парашюты выпрыгивать, когда самолет за нами летит. Нас убьют сейчас. Есть тенгера. Не-не-не. Гони, с шифтом есть. Вторая. Ну так бы даже попробовать снижение должно. А я положил вот. Попадание по... На чем он появился? Машку убили. Да он успел до того, как мы ее спасли. Мы его недавно же убивали. Давно точнее убивали. Едем. И куда дальше? На город? Следующий захват. Подожди, Ева. Чуть. А, ну ладно, так есть. Так есть. Давай на эту гору заеду. На эту. Сейчас мы сзади отъедем. На танке поддержи там эту. На вышке. Прикинь, сколько мы нервов потрепали. Просто в наглую упор заехали. Самолет. Стоп. Смотри. Самолет? Да, над нами. Над нами, над городом. Над городом прям. Выключай двигатель. Выключено. Видишь его? Самолет. Дальше, поедем чуть-чуть дальше. Они уже самолет сказали, что там. Пришли, сказали. Будут остановить, заглуши двигатель. Самолет на нас выезжает. Блин, прям за деревом встало. Выходи из танка, выходи из танка. Где так, самолет? Чиню. Над городом был. Не надо чинить, оно так нормально. Нет, он поломанный был. Полный ремонт поделай. Полный ремонт нет, не надо, потому что это пропадут эти инструменты. Вот опять заходит, могу быть легче. Ракетная. Вон самолет над городом, видишь? Вон он. На 320 уходит. Ага, вижу. Но он за холмом. Так, Ева, да, садимся в танк опять. А, ну, еще едем вперед, прямо просто вперед по танку. Как стоит он? Ну назад. Есть. Ну так же в гору. Да-да, в гору. А то пехота там у нас очень обозлена, она и за нами идет. Че он у нас злится, да? Действительно. Самолет подбит сзади нас. Я сбил его. Молодца. Да ты красава. Хороший там, крепкий. Хорошую службу сослужил. Опять сзади. Газу. Поднимается за нами. Вот он улегся опять. Вот он. Попадание. Я на него еду. Ну нельзя же так. Мальчики. Что ложитесь-то перед танком? Он ловушки пускает. Это же танк. Я понял, подожди, поз зайди нам. Я погладил. А чё кушаем один потом? Дрюса. Потому что новый тот, что Дрюс нет. А тут крутой подъем такой, и знаешь, не их видать, когда они только уже поднимутся. Угу. Случайно увидел его. Опа, возьму. Тут есть, да, тут Машка вот. Где Элита? Левее на гору.
сейчас а, я метку поставлю. Я метку поставил. Не знаю, увидим, наверное, будет шанс. Ну 600 метров, 700. Да тут. И в этом дело, там разница высот. Угу. О, у нас еще большой запас, да, мы сможем. Вот, Кашем, вижу, стой, Ева. Держи, бронебойный. Все, Кашем готова. Дальше? Поднимайся выше, да. Пробуем. 5 очков уровских. Это меня убили, потому что. Нам за уничтожение нифига не дали. Русский ползает. Кто его? Шесть. Дальше. До них километров, так что не достроили, только из скульптуры. Мэндер, вы не можете? А, вот редко. Вообще отличное приближение. Вы оттуда горку не видите? Какую? Вот Амони прям. Амони? Мы да. Как бы видим, но... Я понял. Короче, смотри. По нам? Идет... По нам залпу. Вот на Амони прям сидит кажется, этот самый пистон. Он стреляет пока в нашу сторону. Может быть он там. Да, по назад. Как бы все. Тушить этого можно, значит. Так, как надо подчиниться. Хорошо-то. Надо нам подчиниться. Да не надо, желтый трак. Не надо. Куда едем? Он не починит. А фиг знает, это где-то близко должно было быть. Как нас так? Нет, не близко, я думаю. Ну, 400 метров точно. С моей стороны, кажется, по-моему, стреляли где-то залп, слышу. Ты в 2 километрах. Ну-ка, сейчас может, я попробую. Да? С той стороны, да. Ага, но в него стреляет из горы Амонь. Вперед, Ева. А, нет, это. Вот БМПшка на горе. БМПшка? На Амонь из Z. Чуть ниже. А, вижу. Ага, ползет тихонько. БМД. Да, шилку вот надо вынести, не дает пушки подойти. БМД выбили. Они же видел, спускала с нее. Слушайте, также. Она ехала как раз таки в сторону винта. Тихо так спокойно спускалась. Смотрела, смотрела в сторону винта. Опа-на, Мишка сила на Амоне. Наверное, что-то достает перцы. Залп, слышал? На Амоне красный. Возле Машки ездит техника вражеская. Ева, стой. Он не первый. Снес я его. Там бегает. Может, все равно. Частурки-то. Километр. Второй бункер этот, я точкой пометил. Туда надо идти. Работа делать так вот далее. Все, продолжаем двигаться. Да. Горку. Ну, может, в принципе, то на ней. Теперь едем, поботаем. Ой. Мы на месте. Поищи укрытие визуально. Камни, дома. Здесь только камушки вот для нас. Вот. Встали. Беги. Опять возле первой машки. Кстати, с Птуров. Ну да, с этого, наверное, с Амони, да? Высадился. Да. Потерял только. Для тебя боюсь положить. А БТР возле кишеньки видел, да? Видит по дороге. К Е. У них, похоже,
две Машки, одна тут, но тут никто не появляется. У вас за бункера то. Спереди. Понятно. Не, вот. Сейчас шилка стоит. Давай разу говорить еще. Сейчас опять снайпер на этот вопрос. А что такое? Я за тобой вижу. Одну не видишь. Это мне не прет. Шелка загрела за рот на раз.